Здравствуй всех на своем канале. Кто куда после отпуска? Мы в банкомат. Нам же на работу не надо идти. Привет. За деньгами пришла, что ли? Да, еще не все деньги потратили. Ты же в интернете работаешь, откуда у тебя деньги? Все люди со всего мира сами посылают мне деньги, я их даже не знаю. И это работает. Правда, правда. Кто не верит, пусть проверит сам. Проект «Всем миром». Итак, еще раз привет всем. Гуляем теперь по своей родимой стороне, по Ростову. Сделала маникюр, педикюр. Надо выглядеть красиво, в обновочках. И разговор сегодня пойдет о том, что люди, ну, не воспринимают интернет-бизнес, да и вообще бизнес никакой не воспринимают. Пытаются жить за счет кредитов каких-то, которых они берут, потом всю жизнь выплачивают. Но не хотят понять одну мысль, которую народ придумал в свое время и изложил в такой фразе: сколько денег в голове, столько денег в кошельке. Сколько вы не мечтаете о миллионе долларов, никогда у вас его никогда не будет. А почему? Потому что у вас стоит обычный блок. Потому что вы не представляете, сколько это миллион долларов. Потому что вы боитесь зарабатывать большие деньги. А большие деньги заработать проще, чем маленькие. Это уже доказано. Это доказано. Проверено мной. Доказано и рассказано. И без труда не выловишь и рыбку из пруда. Есть такая пословица еще. А вы все пытаетесь бегать по каким-то проектам, где вам только обещают. Закидываете деньги. Бегайте. Вы что, спринтеры, что ли? Не надо работать много. Надо работать эффективно, и все. Вы же экономите. На первоначальном этапе, это если вы решили развивать свой бизнес или заниматься каким-то проектом, нужно относиться к нему именно как к бизнесу, как к своему делу. Никто за вас ничего делать не будет. Если вы не будете давать рекламу, если вы не будете доводить информацию до людей, у вас и денег никогда не будет. Вы же заходите в проект, заплатили 10 долларов и ждете дальше, что вам на следующий месяц миллион свалится. Ну, вы представляете, сколько это миллион? Миллион на самом деле не так много. Миллион рублей — это вообще, можно сказать, копейки. А миллион долларов тоже. Я не держала особо, это одна не, пачка. Не особо большая сумма. Нет, миллион долларов — это не одна пачка. Нет, миллион рублей. На, поговори потом. Итак, друзья, если вы решили делать бизнес, берите и делайте. Вот у нас было такое, что в проект «Всем миром» пришла женщина, купила роботов, дала рекламу, потрудилась месяц и сказала: я бросаю проект, у меня ничего не получается. Не сняла ни одного видео. Ей пообещали золотые горы, и она пошла туда. И теперь она заходит на мою страницу каждый день и смотрит, что я получаю. Там 180 долларов в день, у меня было 320. Выставляю все это в социальных сетях, пишу истории, записываю видео, а они наблюдают. Ну, конечно же, об этом жалеют. У каждого участника есть ровно один год в проекте «Всем миром», когда его кабинет активен. По правилам системы нужно оказывать ежегодно финансовую помощь. И что получается? В проекте я... Привет, я вернулся. 7 июля будет уже 4 года. И за 4 года мое имя, представляете, в скольких сертификатах? Более 5000. Мало того, что люди работают, приглашают людей, они оказывают еще ежегодную помощь. И получается, что я получаю уже пассивный доход, вторую пенсию. Я сплю, мне идут переводы. Я сейчас разговариваю с вами, мне идут переводы. Я отдыхаю в отпуске, и мне идут переводы. Вот как-то так, это называется уже пассивный доход. Но у людей не хватает терпения построить бизнес за 3 года, зато хватает терпения выплачивать кредиты и ходить на работу 40 лет. Думайте, это вам информация к размышлению.
а мы пойдем дальше. Если кого-то заинтересовал проект «Всем миром», либо облачный майнинг, хэшфлеер, либо компания Nell International, просто смените магазин, вы же пользуетесь шампунями, зубные пасты скоро будут, там белье стираете. Все это можно приобретать там, предлагать друзьям, предлагать в социальных сетях и на этом еще и зарабатывать. А также можно выиграть Мерседес и за счет компании летать в Таиланд и смотреть мир. У нас есть к чему. Только в Таиланд, там по всему миру можно. У нас есть к чему стремиться, у нас есть планы на этот год, планы на ближайшие 5 лет и вообще планы на жизнь. Вот так стройте планы, цели и идите к ним. Пока. Привет.